Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале, друзья. Хочу поздравить вас с новым 2023 годом и от всей души пожелать всем самое главное – мира и добра. Ну а сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простого муссового торта и на тот же момент насыщенный шоколадным вкусом. И это очень понравится любителям шоколада. Для нашего муссового торта понадобится для основания миндальная мука, какао, сахар, шоколад горький, можно заменить на темный, но молочный не следует, либо горький, либо темный, яйца комнатной температуры, сливочное масло от 82% и ванильный сахар. Первым делом смешаем шоколад с сливочным маслом и будем растапливать в микроволновке импульсами по 30 секунд до мягкого состояния. Все, шоколад наш с маслом растаяло, смешалось. Ну, вот такой вот консистенции нужно будет размешать. Далее будем взбивать яйца с сахаром. Берем сами яйца. Даже отправляем сахарный песок, ванильный сахар или экстракт ванили и щепотку соли, это усилит вкус. Теперь взбиваем все, ну, не менее 4-5 минут до пышно белой массы. До вот такой вот пышной массы взбиваем. Далее к нашей яичной массе отправляем наш шоколад со сливочным маслом. И аккуратно перемешиваем. Сильно долго не мешайте, так как у нас нету разрыхляющих основ, и у нас будет подниматься все за счет взбитых яиц. И если долго будете мешать, то соответственно сами яйца будут оседать. Далее берем миндальную муку, смешиваем с какао и просеиваем. И теперь это все аккуратно перемешиваем. Все, перемешали. Еще раз просто лопаткой пройдемся по стенкам, чтобы полностью все размешать. И помним, да, что сильно долго не размешиваем. И выпекать я буду в кольце. Тут у меня идет 18 диаметр. И духовка должна быть уже заранее разогрета на 180 градусов. Все, выпекаем 40-45 минут до сухой зубочистки. Бисквитная основа готова. Теперь оставим его полностью остыть. И пока наша бисквитная основа остывает, будем делать муссовую часть. Для этого нужен будет также горький шоколад, сливки от 33%, желатин и вода для желатина. У меня желатин быстро растворим. Перемешиваем и оставляем набухать. Так как он у меня быстро растворим, то тут в течение 5 минут оно все же готово. Вот, все уже, желатин готов. Теперь растопим шоколад. И я добавил немножко сливок, ну, чтобы более ускорить процесс, так сказать. И все, теперь же сливки разогрелись в микроволновке. Также желатин растопил в микроволновке. Все это объединил.
Следующим нашим действием будет взбивание сливок до мягких пик. И сливки у нас охлажденные. Вот до таких вот мягких пик взбиваем сливки. И теперь осталось все это объединить. По чуть-чуть добавляем в шоколадную массу и перемешиваем. И также перемешиваем аккуратно, недолго, чтобы масса наша не осела и сохранила свою воздушность. Шоколадная часть тоже готова. Теперь будем извлекать из кольца наш бисквитную часть. И тут, друзья, оно у вас не слишком сильно подымется, так как понятно, что тут в составе нету разрыхляющих основ, чтобы он у вас поднялся. Но в тот же момент он у вас остается мягким и чем-то напоминает на брауни. Теперь верхнюю часть, ну, корочку убираем. Вот такая вот насыщенный шоколадный бисквит получается. Собирать я буду на такой вот основе и в разъемном кольце. Неудобно. Можно также собирать в кольце, в котором вы выпекаете. Также нужна будет отстатная пленка, чтобы в дальнейшем было удобно доставать из кольца. Ну и само разъемное кольцо. Все готово, теперь отправляем нашу муссовую часть. Также разравниваем лопаткой, чтобы полностью, ну, прилег, так сказать. Ну и теперь с помощью мастихина просто придадим сверху узоры. Также можно оставить в таком же виде и после того, как он у вас будет готов, полить шоколадной глазурью. Тут уже как на ваше усмотрение, так сказать. И теперь отправляем на стабилизацию в холодильник, ну, на 3-4 часа. Все, у меня в течение 3 часов у меня все стабилизировалось. Теперь остались последние штрихи. Вот так. Убираем кольцо. Убираем ацетатную пленку. Без ацетатной пленки вам будет сложнее достать. Конечно, можно достать, но будет посложнее. А с ацетатной пленкой все очень просто. Такое получается сбоку. В виде украшений я буду делать вот такие маленькие плиточки. И какао посыплю. Ну, немного какао и сами плиточки. Ну и все, друзья. Муссово-шоколадный торт готов. Вот так он выглядит сбоку. Ну, так я говорил, что можно сверху просто залить шоколадом полностью, и у вас даже бока будут полностью закрыты. Тут уже на ваше усмотрение. Разрезать лучше горячим сухим ножом, ну, чтобы не тянулось за ножом и был красивый разрез.
Поэтому, друзья, вот такой вот нежный, насыщенно шоколадный муссовый торт у нас получился. Он буквально тает во рту. Вот такой вот, друзья, незамысловатый рецепт муссового торта хотел с вами поделиться. А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня. До новых встреч. Всем пока.